Сватхистана, сакральный центр, сексуальная чакра. Она находится внизу живота и соответствует репродуктивной системе. В переводе санскрита означает «обиталище я». Первый элемент чакры – вода, цвет оранжевый, форма – полумесяц. Посмотрите, пожалуйста, на свой живот и втяните его. Вы увидите, как мышцы образуют форму полумесяца внизу живота. Сексуальная чакра заблокирована, если вы не испытываете радости и наслаждения от жизни. Если есть чувство вины, сложно получать удовольствие, есть какие-либо заболевания в половой сфере, вы привлекаете к себе не тех сексуальных партнеров. Вам сложно определиться, чего вы хотите. Все это говорит о том, что сексуальная чакра заблокирована. Это может быть осознанно или неосознанно. Необходимо проговаривать позитивные утверждения для Сватхистаны. Я испытываю безграничную радость. Я знаю, чего хочу, и мои желания исполняются. Я привлекаю в свою жизнь хороших партнеров. Сядьте удобно, закройте глаза и сделайте глубокий вдох и медленно выдох. Расслабьтесь. Представляйте, как белый свет, который поднимается из центра Земли к вашим ступням. И когда он доходит до ваших ступней, то на них раскрываются словно цветы, две чакры на каждой ноге. Свет поднимается вверх по ногам и доходит до Муладхары, начинает наполнять ее. И когда Муладхара полна, то часть света начинает подниматься наверх, переливаться потоком и устремляется вниз из основания позвоночника к центру Земли. Это ваше заземление. Почувствуйте, как поток земной энергии циркулирует в вашем теле от центра Земли по ногам до Муладхары и вниз обратно к центру Земли. Позвольте этому потоку свободно течь в вашем теле. Насладитесь им. Почувствуйте, как часть этого потока от Муладхары поднимается вверх и наполняет вашу вторую чакру. Пусть это будет сначала белый свет. Пусть наполнит вторую чакру целиком. И когда она наполнится, то свет переливается и через нее, и спускается вниз, к Муладхаре, а затем к центру Земли. Представьте, как в области Сватхистаны образуется шар желтого цвета и образует форму полумесяца. И затем понаблюдайте за своими ощущениями и мыслями. Обязательно поделитесь вашим опытом в комментариях.